а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Хранителям механизмов. О, крутой, здорово! Здорово! А, помнишь? Конечно! Крутой! Как дела? Да все круто. Круто вообще, вот нереально круто. А, неужели с байком что-то? Нет, ты чё, Петрович, с байком вообще круто. Вот прямо круче, чем раньше было. Ой. А, у меня, короче, личное дело. Так, крутой, если ты опять кого-то завалил, яму мы тебе не дадим. Да не, ты чё, Петрович, я не по этому делу. Я там местечко покруче нашел, не волнуйся. Я тут, короче, удумал жениться. Да ты шо? Прикинь. Ё-моё! Круто. А я и не думал, что такая баба найдется, которая тебя ухомутать сможет, а? Нашлась, прикинь. Ну, короче, все круто. Хочу жениться и хочу, чтобы ты вывел ее к алтарю. А я-то чё? Ты чего? Петрович, ты же её с малых лет знаешь. Ты же за ней присматривал, пока меня не было. Ты как отец для неё. Да. Ну? Петрович, я продул выхлопуху. О, крутой. Привет, как дела? Здорово. Красава. А ты вообще не изменился. Постоянство, это наш конек. Ну да. Я вот тут рассказываю Петровичу, жениться собрался. И хочу, чтобы Петрович вывел возлюбленную мою к алтарю. Ну а ты, чтобы провел церемонию, а? А что, базарить я могу. Только переодеться надо поторжественней. Ну давай, поторжественнее, да. Ну что, сбацаем свадебку? Ага. Да, конечно. Ну все, давай. Давай. Ну все, до встречи. Уважаемый Егор Крутой и... Патриция. И Патриция, сегодня самый прекрасный и незабываемый день в вашей жизни. День слияния двух любящих моторов. С этого дня ни одна чужая ягодица не прикоснется к твоему сиденью, Патриция. А ты, крутой, больше не будешь крутить чужого руля и не будешь трогать чужую ручку газа. Клянусь. Согласны ли вы стать супругами, ты, крутой? Да. Прошу ответить вас, Патриция. Да. В знак любви и преданности прошу обменяться вас гайками. Я прямо сейчас расплачусь. Ну вот и все. Объявляю вас покорителями дорог, ни гвоздя вам, ни жезла. В добрый путь. Аминь. Патриция. Подожди. У нас же подарок для тебя есть. Вот. О, это типа как у молодоженов, да? Да. Печени своей не жалели. Спасибо, пацаны, это прямо так круто. Патриция, ты счастлива? Я знаю, что ты счастлива. Спасибо, пацаны. Все было круто. Счастливой дороги. Пока. Интересно, какая у них первобрачная ночь сегодня будет? Да такая же, как у тебя.
Пойди умойся. Вот износ видно по вот этим и вот этим. Вот здрасте. Здрасте. Мне нужно поменять колесики. Вы хотели сказать переобуться? Я что хотела, то и сказала. Мне нужно поменять колесики. Вы имеете в виду одеть зимнюю резину? Нет, зимняя резина – это прошлая коллекция, а мне нужна осенняя, сейчас же осень. Это единственная причина, по которой вы хотите поменять колеса? Нет, понимаете, дело в том, что недавно произошел один коллапс. Ты тоже слышал это слово? В общем, мы с моей подружкой пришли на одну вечеринку, и она была в таком же платье, как у меня, сучка. Ну, это аргумент. Вот, да. И поэтому я не хочу приехать на машинке на таких же колесиках, что и у нее. И тоже быть сучкой я не хочу. Ну, я думал, у меня жизнь тяжелая. Так на какие колеса вы хотите поменять? А сейчас я вам покажу, у меня даже, я даже цвет подобрала. Значит, вот на такие. Чего она подобрала? То есть красный. Вы что, дальтоник? Здесь вообще красного цвета нет. Смотрите. Это светло-розовый. Это коралловый. Это бордо. Это вообще шелак. Это фиолетовый, а это кровавый. Давайте вы, в общем, оставляйте их. Мы подберем вам такое, что никогда еще у вашей подруги не было. Спасибо. До свидания. До встречи. Диаполик, ты что, реально собрался и колеса перекрашивать? Что, я-то? Почти угадал. Неси скотч и газету. Сейчас. Вы готовы? Да. Рома, музыку. Халеоп! Вуаля! Подождите! Это ж даже не красный! Секундочку! Этот цвет называется «Глубокая африканская ночь» или «Язык чао-чао». У вашей подружки-сучки такого точно нет. Класс! Тогда и сумку покрасьте! Прикольная тачка у вас! Крутяк! Веночки, флажочки, ленточки. Вы из ансамбля Вирского, да? Нет. А, понял. Вы из хора имени Веревки, да? Концертик, билетик дадите? Нет. Просто патриотка? Уважаю. Я из Фэмон. Это те чудачки, которые, когда им что-то не нравится, делают так? Ну да. Круто. А покажете? Мужчина, мы не стриптизерши. Без повода не раздеваемся. Значит так, чтобы к вечеру машина была готова. Мы с девчонками на акцию едем. Понятно. Первый раз, когда клиент будет недоволен, мне будет приятно. Ну что, я могу забрать машинку? Ну, в принципе, можете забирать, конечно, да. Но двигатель как стучал, так и стучит. Наверное, масло менять надо, я не знаю. Ну и фары там не работают. Короче, честно говоря, я даже не притрагивался к ней еще. Так, значит, да? Хорошо. Заходи, план меняется. Что, подружку вызвали, да? Вдвоем сейчас будете тут мне акцию протеста показывать? Круто. Сейчас я дядя Палика позову, он это дело тоже любит. Дядь Палик! Здрасте. Здрасте. А это кто, ваша мама? Соратница по борьбе. Прикинь, они машину не сделали, требуют протест. Не вопрос. Я все понял, через час машина будет готова. Через час? Так, через час. Чё-то ты рано сдался. Ты еще не весь протест видел. Угу. Спасибо, мне этих двух аргументов хватило. Я аж протрезвел. Слабак. И этот телефон, говорят, умнее человека.
Смартфон называется. Что может быть умнее карбюратора? Эй, аккуратней, водила! Алло! Ха, а где он? Он что, решил спрятаться от нас? Да не похоже, он же только приехал. Вот если бы надо было за ремонт платить, другое дело. А вдруг это ворованная тачка? И нам ее подбросили, чтобы арестовать. Я такое в сериале видел. Так, ничего, руками не трогать. Моя девочка, ну куда же ты от меня убежала? Я же так за тебя переживала. Она что, с машиной разговаривает? А что, я тоже так иногда делаю, когда выпить хочется, а тебя рядом нет. Ой, здрасте. 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 А вы что с машиной разговариваете? Она же не живая. Как не живая? Нет, теплая, значит, живая. Она у меня сама ездит, она у меня очень умная. Что, как трансформер, что ли? Вы знаете, мне кажется, что она себя плохо почувствовала и решила к вам заехать. И поэтому я привезла таблеточки. Фу. Если бы я был этой машиной, я первым делом бы сбежал от такой хозяйки. Видел? Она, походу, нас понимает. Ты правда хочешь от нее сбежать? Ты видел? Видел. Вы знаете, я уже 4 таблеточки ей дала. А как вы думаете, уже помогло? Да, таблетки хватит. Фух, я так и знала. Не переживай, крошка, мы тебе поможем. Девушка, а пойдемте, я вам кофейку сделаю, и мы вместе подумаем, как решить вашу проблемку с машиной. Я думаю, еще горчичный. Все, крошка, спасайся. Текай отсюда. Едь, не благодари меня. Прощай, прощай, умная машинка. Свеча горела в «Жигулях», свеча горела. Оп, и как новенькая. А я, Петрович, знаю один секрет. Ты, Ромчик, слышишь, только Кондратьев Кондратьевич не говори, что я в бочку с бензином надзюрил. Не об этом. Хотя идея классная. А, да. Я слышал, как Кондратий Кондратьевич по телефону говорил, что к нам едет ревизор с проверкой. Серьезно? Ага. Класс. Он так и сказал, приедет ревизор и будет всех жучить. Я надеюсь, это к нам Фреймут приедет, а не этот. Лучше Фреймут. Да нет, это просто проверяющий приедет под видом обычного клиента и будет проверять уровень обслуживания. Ну, а и, соответственно, сам он по себе такой неприметный, ну, не сразу поймешь, понял, что он этот проверяющий. А что же нам делать? Что делать? Ждать, спокойно ждать. Я знаю, что он будет на красной машине. Так? Петрович так и сказал, красный дракон весь горит. Рессора мне на ногу, а? Ну ты, Ромчик, красава! Красава! Разумеется! Здрасте, соколики! Ой. Мне бы это, резину на мою ласточку другую, а то это лысая совсем. Нет! Ты видишь, не до тебя сейчас. Мы ревизора ждем. А, слышь? Ну ладно. Красная машина и вся с огнями. Неприметная личность. Ты думаешь, он? Он. Дедуля, стойте, дедушка. Сейчас мы вам резину поменяем. Сейчас все будет хорошо. Новую вам поставим. Есть у вас, хлопчики? Нет, новую нет. У меня денег-то всего 200 гривен. Мне старенькую, ну, чтоб не лысая. Да вы не волнуйтесь, дедушка, мы вам хорошую поставим. Немецкую, по $100 за штуку. Самое главное, бесплатно. За счет фирмы. Всем владельцам красных «Жигулей». Ой! Правда? Ага. Правда, дедушка. Вы пойдите пока, присядьте. Ничего себе! Вот зря на вас говорят, что у вас вместо мозгов подшипники и руки из... Поняли. Ага. Ну, вы пойдите, присядьте. Спасибо. А мы вам сейчас все сделаем. Даже ТО бесплатно. Ух ты! Спасибо. Ну, а машина, конечно, у ревизора говно. Да, это для конспирации.
Ничего, мы ему так подмазали, что нам Кондратий еще премию должен выплатить. И за что же-то я вам должен премию выплатить? Кондратий, Кондратий, а у нас хорошая новость. А что это вы так светитесь? Опять кому-то впарили лысую резину, как новую? Кондратий, обижаешь. Что? Мы этого твоего ревизора ублажили лучше, чем в публичном доме. Какого ревизора? Ну, того, о котором вы по телефону говорили, что приедет, будет жучить тут. Рома, ты дебил? Я с любовницей разговаривал. У нас такие интимные игры. Подождите, а красный дракон весь в огне, это что ли? А ну заткнись! Что вы уже натворили? Да поставили деду новую резину по 100 баксов за штуку, и ТО бесплатно сделали. Значит так, придурки, сейчас у вас начнутся интимные игры со всеми машинами наших клиентов. И пока не закончите, отсюда не уйдете. Зато дедушке ветерану помогли. Рома, иди ты знаешь куда? Куда? К красному дракону. Ну что там с нашей машиной? Сильно поломалась, да? Да все в порядке с вашей машиной. Я вообще не понимаю, зачем вы ко мне приехали. А вы можете сделать так, чтобы с машиной было не все в порядке? Чтобы мы отсюда не смогли уехать? Я вообще-то привык машины ремонтировать, а не наоборот. Я тебя очень прошу, как мужик мужика, помоги. Ну, все хорошо? Можем трогаться в ЗАГС? Секундочку, солнышко. Ну, теперь понимаешь меня? А куда ты раньше смотрел? А мы с ней по интернету познакомились. На аватарке у нее совершенно другая девушка была. То есть ты ее вживую ни разу не видел? Вживую видел. Трезвым нет. Я тебя прошу, мужик, если я опоздаю в ЗАГС, я буду самым счастливым человеком на этой земле. Хорошо, но не обязательно, я просто помогу. Ну, а сколько по времени? Да тут часа 3 работы еще. Рейку рулевую реставрировать, потом рихтовать это все. Не-не-не-не-не-не-не, мне 3 часа не подходит. У меня другого шанса, наверное, уже никогда не будет. Сейчас за 3 минутки справимся. Так, давай мне быстро 2 набора ключей. Торцевые и накидные. Еще ключи на 14. Ну, быстро! Сколько ты там? I see love in your eyes. I see promise. Простите, простите. Простите. Прошу. А вы такая прикольная. Сразу не разберешь. Правда? Правда. А я практически не замужем. Рома. Карина. Кольца в бардачке. А? В бардачке. У вас такие руки грубые, как у краба. Здравствуйте. Здравствуйте. Срочно нужна ваша помощь. Вы должны отремонтировать мою машину, и у вас есть только полчаса. Разъясните, почему полчаса? У меня встреча с моим мужем через полчаса. А он, если увидит, что вы в меня врезались, то он меня убьет. Ну так, если в вас врезались, вы же не виноваты. Я тоже так считаю, но машинист взял и убежал с места ДТП. Какой еще машинист? Здрасте. В общем, мне позвонили. Я захотела выйти поговорить, и вышла, и тут поезд как, и мою машинку, и вот. Ну, давайте, загоняйте вашу машину. Так что, она уже здесь. Вот. БМВ, трешка, 15-й год. Именно. Ну, ладно. У них у всех черные зеркала. А цвет какой был? Красненькие, такие 4 глазка. 4 глазка? Да. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Все. Вот она,
классная, красная, четыре глазка. Слушайте, ну что-то она не похожа. А так? А так похожа! Классная такая! Ну, так что, может, расплатим взял? Да, сколько вам должна? $5000. Так, мне... А, ну ладно. Спасибо вам. Прошу. Роза? О, класс! Здесь три педали! Да, третья – это бонусная. Подарок. Вот откуда у нее эти бабки? Нас собирала. Мастер. Здрасте, чем могу помочь? Смотри, у меня что-то с передним парктроником. Пищит, может, заклинило. А, давно пищит? 10 минут, как пост проехала. Глянь, мне на совещание нужно. Сейчас глянем, сейчас глянем. Ух ты, ё. Так у вас здесь мусор? Ну, так возьми и убери его. Что значит убери? Может, вы сами? Что, перепил незамерзайки? Тебе трудно взять его и убрать? Куда? Ну, не знаю куда. В яму или за гаражи. Ты что, найдут? Ты разве не можешь просто взять его и убрать? Да не, ну я-то... Я-то могу. Вот только это вам будет дорого стоить. Ой, господи, боже мой. На тебе 20-ку и убирай. Не-не-не. Я могу убрать его за 20 тысяч. Долларов. Вот так. Распилю его, все, никто не найдет. Ты что, дебил, что ли? Ладно, за 15. За меньше я грех на душу брать не буду. Старший инспектор Смарыгин, вы арестованы за то, что сбили человека. А вы арестованы за попытку убийства. Это еще кто? Мусор! Из-за оскорбления полицейского при исполнении еще штраф 5000. Помолчи, мусор. Так у меня с парктроником все нормально. Да. Это от этого пищало. Ага. А, ну тогда спасибо, я поехала на совещание. А ну стоять! Вы мне 20 километров протащили. Я тебя могу еще 20 километров провести в салоне. Только учти, я женщина незамужняя, я могу и прелюбодейнуть. Слышь, мусор, ты чё? Ты номера видел? А ну стоять! Что? Учти, я за это платить не буду. Да это хрен с ним, я разберусь. Да, слушайте, просьба у меня к вам. Там такая ситуация, сосед на меня в суд подал за то, что я его затопил. Ну, считай, что это он тебя затопил. Проблемка в том, что сосед-то снизу. Не переживай, главное, чтобы не прокурора. Снизу, сверху, сбоку порешаем. Хорошее у тебя СТО. Буду рекомендовать всем коллегам. А, спасибо большое, спасибо. Все, счастливо. Приезжайте еще. Артронечки, все работает. Фу. Очнулся. Что произошло? Сижу, выпиваю за твой второй день рождения. За какой день рождения? Где я? А вот так повезло тебе на СТО ты. Ты ж на своем приусе в смятку вообще. Я тебя еле-еле оттуда выковырял. Вот этим вот ключом. Так, а где сама машина? Ой, машина, все, в хлам. Восстановлению не подлежит. На, в рубашке ты родился, в полицейской. Давай, за день рождения. За машину, не чокаясь. Согласен. Вы мне объясните, что происходит? Почему она не готова? Почему открыть капот? Вы видели, который час? Я не... Вы что, еще даже не начинали? Что происходит? Что вы смотрите на меня, как баран на новые ворота? Вы что? Вы мне можете сказать? Вы кретин? Я этого не выговорю.
Чего вы на меня орете? Я обычный работник. Мне сказали, ремонтируй. Я ремонтирую. Сказали, не ремонтируй. Я не ремонтирую. Обращайтесь с вопросами к директору. Зовите его сюда, скорее. Кондратий Кондратич. Добрый день. Что за шум? Здравствуйте. Вы директор? Секундочку. Ну вот нас тут двое. Посмотрите внимательно, кто из нас директор. Я так полагаю, что вы. Это правильно. Итак, какой у вас вопрос? У меня возникла проблема с одним из ваших, извините за выражение, кретинов. Рома, что я слышу? У нас что, работают кретины? Нет, Кондратий Кондратич, кретины тут не работают. Они иногда заезжают. Это он что сейчас, обо мне? Это он сказал, что кретины здесь действительно не работают. Давайте займемся, пожалуйста, моим вопросом. Давайте. Машина должна была выехать в 14.00. Угу. Сейчас 14.05. Мне надо ехать, я опаздываю на совещание. Рома, почему машина не готова? Кондратий Кондратич, вы сами сказали, не трогай это корыто, занимайся крузаком. Вот все-таки вы были правы. Работают у нас кретины, я поставлю кого-то на входе, чтобы не пускали их. Вы можете заняться моим вопросом. Мне нужно ехать на совещание. Рома, клиенту надо ехать на совещание. А как он поедет, если машина не работает? А подумай, как он поедет, если машина не работает. Через 5 минут зеленая Таврия. Выходите без звоночка. Какая зеленая Таврия? Я не поеду ни на какой Таврии. Тогда с вас 20 гривен за отмену заказа. Прекратите эту камень, мне нужно ехать. Я понимаю, на Таврии вы не поедете. А на БМВ поедете? Поеду. Она Хоть, там. Она там. Я иду. Идите. Я вас жду. Я бегу. БМВ готова? Там тормоза не работают. Неаккуратно. Что? А что мне с этим делать? С корытом? Ну? Да я тебе говорил, занимайся крузаком, забей на нее. И тарифчик у вас 200 гривен. О, амнезия идет. Здравствуйте, меня зовут Яна. Да вроде как знакомые. Да? А, это я вам в бок въехала, да? Нет, еще варианты. На светофоре в вашу попу въехала. Еще варианты. Я вас подрезала на трассе, и вы улетели в этот, в Кю... Шавель... Кю... Нет! Кювет. Нет! Нет. Вы у нас машину оставили. Видимо, пришли за ней. Точно, да. Скажите, а вы все сделали, что я просила? Все сделали. Присаживайтесь. Ой. Класс, 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 класс. Так, это руль. Ага, руль. Бип-бип. Бип-бип надо тут делать, да. А потом... Где стекла? Где стекла? Я вас спрашиваю, вы что, их украли? Вот там вот внизу прочитайте. Класс! Мы вам под капотом тоже все прописали. Где у вас там мотор, где у вас свечи? У меня там свечи? А, ну да, мне же эту машинку подарили, точно. Спасибо вам большое. Как вас там? Все время забываю. Ну, этот... Ну, такой... Такой? Да, такой, Рома! А скажите еще такое. Я когда еду, вот эти вот дяденьки стоят с этими палочками в полосочку, они меня останавливают и что-то от меня требуют, а что я не могу понять. Что с ним делать? Давайте попробуем вот так вот. А что там? Вот, теперь точно приставать не будут. Все и так понятно. Да? Ой, класс! Спасибо вам большое. Так, чтобы ехать, ключ повернуть от себя. А вот это сюда. Вот так вот. Вот теперь порядок. О! Красавцы! Кондратий Кондратич, ну это полная хрень! Никакая это не хрень! Мы в этих рубашках как придурки так, смотримся! Я сказал одеть чистое, значит оденьте чистое. Кондратич, я в чистом себя чувствую, как будто умирать собираюсь. Идиоты!
а должны вы себя чувствовать, как работники СТО европейского уровня, понимаете? А чувствуем себя, как придурки. Да потому что вы и есть придурки. Ну разве же вы не понимаете? Если клиента будет обслуживать мастер опрятный, чисто одетый, значит и платить клиент будет больше. Кондрач, так можно просто цены поднять, как в прошлый раз. Так, а давайте я буду решать, что лучше, а что хуже. Паша, мэр, решает он. Так а ну не ерничай, а то за зарплатой пойдешь в пункт приема стеклотары, как обычно. Так, значит, на европейском ТО все должно быть вовремя, машинку мы должны отдать через час, поэтому работайте, господа. Хорошо. Да, и не забудьте одеть перчатки. Перчатки еще эти, блин, контрацептивные. Куда их одену? Ну что, орлы, закончили? Осталось 2 минуты 15 секунд. Кондратий Кондратич, мы даже не начинали. Да, вы же с вашими порядками ключи куда-то дели на 12, мы найти их не можем. Ну, что значит не начинали? Ну так, даже не приступали. Вы ключи все попрятали, хрен найдешь. Да что значит попрятал? Вот же я, вот сложил, вот написано ключи. Тю, у нас в этой коробке всегда болты и гайки лежали. Ну, а болты вот сюда я положил, ну написано же. Так в этой коробке у нас запчасти лишние всегда были. Что значит лишние? Ну это вот когда машину разберешь, соберешь, по-любому пару деталей лишних остается. Горбатова только могила исправит. Вам бы не без виз в Европу давать, а мозгов бы у Гудвина попросить. Ай, ладно, на. Работайте, как привыкли. О, ключ на 12 нашелся. Ну, так класс. Это ж другое дело, Кондратич. Говорили, 2 минуты 15 секунд. Управимся за полторы. Засекайте еще кофе, время останется попить. Ой, да. У каждого дотика своя методика. О, и головка на 13 нашлась. О. Здравствуйте. Это колесо я нашел на улице. Да нет, мы по другому вопросу. Да. А, по какому? Скажите, пожалуйста, а сколько будет стоить покрасить дверь автомобиля? А, покрасить дверь? Ну, по-разному бывает. Если механик трезвый, одна цена. Если пьяный, то другая, дешевле. Ну, а вот вы сколько возьмете? Ну, у меня средняя цена, я просто под шофе. Угу. Ну, а там зеркало или бампер? Ну, тоже по-разному. От человека зависит. Если там олигарх какой-то, то это 10 тысяч. Если средний класс, то там 2-3 тысячи. Блондинкам первый раз вообще бесплатно. А почему? Так они всегда возвращаются. Ну, вообще зависит от человека там. Скидки разные могут быть, бонусы. Ну, а вот мне, к примеру, какую бы скидку вы сделали? Вам? Никакой. То есть как это? Закон превыше всего. А мне? Вам 30%. Подождите, ну почему? Я же блондинка. А вы крашеная. Как вы догадались? Настоящие блондинки четких вопросов не задают. Понимаете, просто судя по статистике, мы скоро можем к вам приехать. Да, мы просто первый день на задании сегодня, и вот решаем, кто из нас будет водить, я или моя напарница. Лучше всего драйвера возьмите, я вас умоляю. Ну, нам не положено. А, ну да. Ну тогда ты можешь водить, а ты паркуйся. Ага. А в боксы заезжать буду я. Хорошо. Хорошо. Поняли? Да. Первый день? Первый. Ладно, сделаю вам скидку, как постоянным клиентам. Держите. Ой. Каждый третий ремонт бесплатно. Спасибо. Ну, это по-вашему через день получается. Угу. Ну, давайте. А когда можно приезжать, скажите? Да не раньше, чем через 2 часа. У меня машина. А ну, отойдите. Ну, надеюсь, спасибо. Мы не скоро к вам попадем. Давайте, давайте. До свидания. До свидания. Что, уже? Я ж сказал, не раньше, чем через 2 часа. Ну, ждите. Я вещи надо поменять. Чё сигналим?
Ой, в общем, такое произошло. В общем, у меня беда бедовая. Понятно, что случилось? У меня у мужа деталька отпала. А, ну это вы правильно сделали, что ко мне приехали. У меня такая деталька, что не отпадет. Мне муж, когда узнает, что от его машинки деталька отпала, он меня убьет. От машины? Так что там отпало? В общем, я еду и слышу звук такой. Бац! Я остановилась, выхожу, смотрю, деталька лежит. Ну, я ее с собой взяла, вам ее показать? Конечно, показывайте. Вот. Деталька, она очень нужна, правда, да? Да, это очень важная деталь в автомобиле. Силикатная. Вы что? Да. А сколько она стоит? Ну, деталька такая увесистая, тяжелая. Гривен 300. А, так это нормально еще. Дешево. Вот, возьмите, пожалуйста. Знаете, у меня еще одна деталька от Павла. В общем, я еду и такая... Бам! Да! И, в общем... А вы профессионал, вы сразу знаете. Я вам сейчас ее покажу. Показывайте. Ё-моё, неужели такое бывает? Вот. Это очень страшно. Я вообще даже не представляю, как вы к нам без этой детальки сюда вообще доехали. Это, наверное, потому что мне очень везет. Да, наверное, потому что у вас система безопасности хорошая. Ага. Ну вот это, конечно, деталька затянет. Да вы что? Угу. Намного? Ну вот что здесь за буква написана? Хэ. Вот. Это самая дорогая деталь в автомобиле. Ой. Готовьте 1000 гривен. Хорошо. Хорошо. Сейчас. Вот, пожалуйста. А еще я выезжала из гаража, и тут как? Бум! Прям бам! Вы знаете, я еду, а там что-то шкребет. Где? Давайте посмотрим. Тут ты! Тихо! Вы идите, наверное, кофейку попейте, чайку там. Мы тут разберемся. Идите. Ой, ё-моё. Давай. Давай, чуть-чуть еще. Вот так, молодец. О, Господи. Как же ты там хоть держался-то, а? Крабиком. Как? Давай, мужик, сейчас мы тебя восстановим. Сейчас все хорошо будет. Давай. О, ты ж каким надо быть идиотом, чтоб такую дуру за руль посадить, да? Мной. Я ее муж. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите вас поприветствовать в первом кошерном СТО. А чем он отличается от обычного? Ой, разница огромная. На обычном СТО вас наверняка обманут, и там всегда грязно. А у нас всегда чисто. А что вас к нам привело, молодой человек? Да что-то стучит в моторе, не могу понять. Может быть, ремень ГРМ? Хорошо, с вас 500 гривен. Как 500 гривен? Вы же даже под капот не заглянули. Вы что, хотите, чтобы мы туда заглянули? Ну, обычно так делают, чтобы понять, в чем проблема. Изенька, будьте так любезны. Загляните под капот этому молодому человеку. Опа. Ну что, заглянули? С вас 600 гривен. Что значит 600 гривен? Вы же ничего даже не делали. А что, надо еще что-то делать?
Ну да, там подкрутить, постучать, посмотреть, потрогать, пощупать. Зачем нам трогать, щупать, стучаться, если вы нам только что сказали, что это ремень ГРМ? Или у нас есть основания вам не доверять, а с виду такой приличный молодой человек? Да нет, оснований нет. Ну а вдруг это не ремень ГРМ? Я ж просто предположил. Молодой человек, вы можете не юлить, а точно, конкретно ответить, это ремень или не ремень? Да откуда я знаю? Я не специалист. Вот, видите, Изинг. Абрамчик, я сам в глубоком шоке. Мужчина, если вы не специалист, то чего вы советуете, что нам делать? Я понял. Хорошо, давайте я вам дам 500 гривен, но вы мне пообещаете, что все исправите. Если вы хотите, чтобы я вам пообещал, 800 гривен. Уже 800? Обещание. Вот вы сейчас немного еще поторгуетесь, будет 1000. Ах, хорошо. Вот, пожалуйста, все 800, пожалуйста. Отлично. Так, вот, пожалуйста, держите. Что это? Это беруши. Вставите себе в уши, и шум мотора вас беспокоить точно не будет. Всего доброго. До свидания. Так подождите, это все, что вы мне на 800 гривен сделали? Сегодня да. Сегодня же суббота, шаббат, работать нельзя. Так а с машиной мне что делать? Вроде как закрепил. Ну, прекрасно. Сейчас берите вот этот ключик и крутите эту гаечку. Вот эту? Угу. А вы можете помочь? Тут придержать надо. Изенька, придержать это считается работой? Я даже не знаю, но я бы не рисковал. Простите, мы не можем. Сами. Все сами. Все. Фу, вроде сделал. Ну, видите, а говорили, что вы не специалист. Ну, а теперь закрывайте капот и езжайте счастливые и здоровые. И не забудьте рассказывать всем друзьям, как у нас хорошо. Ага. И какая у нас идеальная чистота. Извините, Стелла Адольфовна, такие пробки. Ничего страшного, у нас все клиенты женщины, мы к этому привыкли. Надо. Что сегодня делать будем? Так, мне нужно заменить масляный фильтр и подшипники задней ступицы. Все, сделаем. Присаживайтесь. А, Виктория, у вас еще записано, что сайлентблок задней балки давно не делали. Будем? Тогда меняем и это. Хорошо. Так, фикачка. Ой, ну все, осталось только высушить. Да, и у меня пару штришков, и все. Девочки, ну у вас золотые ручки. Ну что вы, для таких красивых клиентов, как вы, нам за честь работать. Смотрите, значит, у вас сегодня была замена масляного фильтра, подшипника ступицы и... И педикюр. И сайлентблок задней палки. 850 гривен. Так, у вас карточка или наличные? Муж думает, что я реально ремонтирую машину, дал карточку и пин-код сказал. Прекрасно. Все мужики одинаковые. Вот у нас одна клиентка полгода назад разбила машину, но все равно продолжает к нам ходить. Печкин, а если вдруг он поймет, что я была не на СТО? Значит так, на этот случай мы оформляем страховку. Это как? Вот. Вот, допустим. То есть я должна это одеть, и он меня простит? Нет. Знаете, вдруг он вас спрашивает, где ты была и почему ты так часто ездишь на СТО. А ты раз и показываешь, говорит, а это чьи? Да, такая типа, Буся, я не поняла, а чьи трусики? Это что такое? Вот. Оформляем страховочку. В следующем месяце у нас будут отличнейшие чехлы для сидушек. Не поняла, это что? Стала иметь в виду, что у нас будет завоз шубы. Поняла, девочки, у вас лучшее СТО в мире. Спасибо. Распишитесь, пожалуйста. До свидания. Ждем вас всегда. Ну, я поехала.
Алло, гараж! Рихтовкой занимаетесь? Не-не, мы не рихтуем. Это не наш профиль. А я вот тоже не стоматолог. Но зубы подровнять могу. Нет, мы, конечно, все сделаем. А что у вас случилось? Да какой-то баран крыло поцарапал. Так может, по страховой порешать? По страховой этот баран себе больничку оформил, понял? А какая у вас машина? Ясен красен какая. Мерс, конечно. СК. Братва подарила на днюху. А. В открытке так и написала. Кабан, держи тебе мерс, кабан. Как символично, Кондратий Кондратич. Прям как вы вместо зарплаты нам коробку чупа-чупсов подарили. Короче, возьметесь или нет? Разумеется. $300. А ты не хочешь рядом с этим бараном на коечке полежать, а? А мы для вас сделаем скидочку 150. Другое дело. Короче, машина во дворе. Так. Нате, загоните, а мне на стрелку уже надо. Только аккуратно, а то я вам потом рожу отрихтую. Все будет в лучшем виде. Так вот, пойду загоню. Кондратий Кондратич, я тоже хочу на мерсе покататься. А ты не охамел? Я зарплату вижу, как солнечное затмение с редкой периодичностью. А так хоть какая-то радость в жизни будет. Рома, ремонт. Вот самая большая радость в жизни. Вот вы тогда мерс и ремонтируйте. На, шантажист. Круто. Загоняй. Опа, круто. Кондратий Кондратич, кажется, нам кранты. Так, во-первых, не нам, а тебе. Мне-то в село ехать надо, срочно, забыл. А ты теперь за главного. Поздравляю с повышением. Какой радостный день. И на мерсе покатался, и на работе повысил.